День физкультурника отметили бодрой зарядкой и пробежкой по главной улице Тобольска. Глава города Максим Афанасьев начал день с физической активности, а после вместе с участниками двух городских беговых клубов принял участие в дружеском забеге. Пробежка, особенно в выходной день, наверное, лучше допинга для отличного настроения не существует. Тем более такая прекрасная компания. Бежишь и любуешься, какие все красивые, счастливые, подтянутые, жизнерадостные. Вот эти улыбки, смех в совокупности с пробежкой, они как раз формируют позитив в нашей жизни. Глава города от бегунов не отставал. Дают о себе знать регулярные занятия спортом. Теннис, лыжи, велосипед и, конечно, бег. Беговой клуб приглашает всех в свои ряды. Стабильно раз в неделю, как минимум, мы собираемся все вместе в субботу и бежим. Бежим не как тренировку, не соревнование, а именно ждем на этих пробежках наших открытых новичков, и мы бежим, ориентируемся на них. Мы бежим совсем немного. Систематически занимаются физкультурой уже более 40% кобыляков.